У нас сегодня здесь, в нашем сквере, происходит посадка деревьев, запланирована в рамках первого этапа реконструкции сквера и обсуждения проекта на второй этап. К высадке деревьев это однозначно относится все хорошо, да, потому что у нас индустриальный район, здесь очень много деревьев, причем не молодых, далеко не молодых, да, и обновление деревьев, оно тоже необходимо. Ну да, по скверу, по площадкам, по детским у нас, в частности, разгорелись большие споры, и поэтому мы сегодня вот и будем решать, нужны здесь все-таки детские площадки, будет ли у нас еще одна детская площадка на другой стороне или нет. Сегодняшнее мероприятие, мне даже кажется, оно более важно. Почему? Потому что мы садим деревья. Мы знаем, что такое посадить дерево, да, это значит увековечить себя. К нам обратились с просьбой о том, чтобы мы выделили саженцы. Дарынский заповедник, он является не только особо охраняемой природной территорией. В Советском Союзе он еще выращивал саженцы для озеленения у нашей области, ну и близлежащих районов. Сейчас мы, конечно, таким не занимаемся, но у нас осталась дендрологическая коллекция. И вот эти 15 саженцев манжурского ореха, они как раз из нее. То есть мы, можно сказать, пожертвовали их для озеленения вот этого участка. Хотелось бы, чтобы вот с этой стороны для детей был комплекс. Я не знаю, у вас, наверное, рассчитано. Подождите, пожалуйста. У вас, наверное, рассчитано. Я уже слышала, рассчитано у вас, наверное, на маленьких детей, да? Вот спортивный комплекс. Но я хочу что сказать. Приходят дети, подростки. Вот, и они залезают на горку. Это, конечно, не для их возраста. И они вот здесь играют в футбол, то есть уже пробуют.